Эта композиция одна из важнейших. Усилители Michi X3 серия 2 и X5 тоже второй серии. Также колонки 702S3, они появились у нас недавно, и модель Bowers & Wilkins 803D4. Не секрет, что модель X5 от Michi рассматривается как апгрейд модели X3. Модель Michi X5 второй серии во многом повторяет модель из первого поколения. Здесь уже добавился объем. Нет, не так. Объем с большой буквы. Обо всем об этом смотрите в полном обзоре, на который вы можете перейти по ссылке, закрепленной в первом комментарии.